Сияющая орхидея – цвет, ставший главным в хит-параде модных цветов весны-лета 2014, представляет собой пленительную гармонию фиолетового, розового и фуксии. Очень выигрышно смотрится рядом с песочным, серым и зеленым, особенно хвойным и изумрудным. В коллекциях модной одежды весны-лета 2014 встречаются и авангардные, дерзкие, как говорят эксперты, цвета сочетания с ярко-желтым, оранжевым и даже красным. Второй в списке – ослепительный синий, заряжающий энергией оттенок кобальта. Как установили эксперты Института Пантон, ткани такого цвета для пошива модных моделей одежды весна-лето 2014 дизайнеры покупали чаще всего. Фиолетовый тюльпан – романтический и ностальгический, как лавандовая вода, пастельный оттенок на почетном третьем месте. Этот представитель фиолетовой гаммы прекрасно гармонирует с любым оттенком кожи. Роскошные модели в этом цвете предложили многие модные дома. Оранжевая целозия – модный, теплый, яркий цвет с едва уловимым томатным оттенком, соответствующий цвету одноименного растения с золотисто-оранжевыми перистыми соцветиями. Искрящейся веселостью, уверенностью и позитивом цвет оранжевой целозии украсил очень многие коллекции весны-лета 2014. Фрезия – жизнерадостный флористический цвет, обладающий способностью вызывать в воображении образы весны. Так охарактеризовали его эксперты Института Пантон. Таким он запомнится и нам. Кайенский перец, или, проще говоря, чили – настоящий энергетический заряд для модного образа, кусочек экзотики, способный придать самому простому вид эффектного и эксцентричного. Безопасный выбор для принтов и аксессуаров и прекрасный вариант для отделки моделей одежды нейтральных цветов. Впрочем, дизайнеры предлагали и тотал-луки в кайене. Спокойный голубой – полная противоположность ослепительному синему, нежный и оптимистичный, он прекрасно выглядит как самостоятельно, так и в качестве фона для принта ярких модных цветов. Серый Палома – модный нейтральный светло-серый оттенок, названный в честь дизайнера и ювелира Паломы Пикассо, дочери известного испанского художника 20 века. В переводе с испанского «палома» означает «голубка». Модный оттенок, несущий спокойствие и шарм, роскошно смотрится в комбинации с фиолетовым тюльпаном и сияющей орхидеей, элегантно с песочным и хвойным, энергично с кайеном, фрезией и целозией. Еще один нейтральный оттенок из модной палитры теперь заменит льняной, входивший в десятку самых актуальных оттенков прошлого весенне-летнего сезона. Прекрасная идея для весны и лета, в этом единодушны эксперты-колористы, дизайнеры и стилисты. И, наконец, хемлок. Светло-зеленый цвет с оттенком серого и голубого. Цвет хвои вечно-зеленого дерева под названием хемлок или цуга. Очень много модных моделей одежды весна-лето 2014 в цвете хемлок выполнены из органзы, тюли и кружева, много хвои в набивных рисунках на шелке и тонком хлопке. Экспериментировать с сочетаниями модных оттенков будет нетрудно. Они между собой прекрасно уживаются. Ярких вам впечатлений и удачного выбора!